и сняли. Кто информацию распространил? Вице-президент ВКонтакте Илья Перепопс. Единственная кинороль в этом фильме. Маша, ты уже чувствуешь, что для тебя все горизонты, все перспективы открыты, можешь искать друзей, отправиться смотреть кино, что на первых. Да, я вспомнил тебе удачи. Напомню, что показ состоится в кинотеатре «Король» фильм «Баррикады» 17 апреля, ну а твоя игра состоится, Маша, прямо сейчас. Желаю тебе удачи, желаю... Твою мать, блядь! С той стороны. Ну попробуйте, стой. А стой-то нету заезда? Там нету, но ну, если только вот тут вот где-нибудь встать. Ох ты, елки-палки. Надо здесь писать. Че, он его не видел? Ну че, блядь? Сейчас уебутся. Ты что говорил? Вот придурки, смотри-ка. Слепая зона же. Мертвая зона, он же там не видит никуда. Баран ебаный, сука, блин. Куда торопишься? Ты видишь, вырулил, блядь. Куда торопишься, блядь? Ты в зеркало смотри, ёб... Я смотрю в зеркало, блядь. Еще смотри, ёбаный, в рот, блядь. Смотрите, шаг, ёбаный. Ты ёбаный, блядь, а не я, нахуй.
В зеркало смотри, блядь, в следующий раз, блядь! Я смотрю в зеркало, когда выруливаю, блядь. Я смотрю, блядь. Нихуя ты не смотришь, блядь. Урод, блядь. Ай! Все. Лось. Как сказать, песня-то про поколение, можно сказать. То есть, когда приезжаешь, утром приезжаешь и видишь, что сюда, парни, которые ты видел с кем-то в пионерском лагере, даже чуть не повздорил в свое время. Ну, детский человек.